Привет всем! Сегодня хочу показать вам вот такую вот штуку. Мы покупали на Озоне. Это маслопресс. Но мы его, конечно, уже испытывали. Мы пробовали и подсолнечное масло делать. Прекрасно отжимает. А сегодня мы решили продегустировать масло из грецкого ореха. Масло получилось очень красивое. Отжимки получаются вообще, оно сухие-сухие, вот такие вот скорлупки прямо. Думаю, что я их пущу на халву, попробую сделать халву. Вот приходится измельчать орехи, потому что горловина тут узенькая совсем. Ну и предварительно чистить пришлось сидеть. Ну и вчера вот сейчас мы вам покажем, как оно все работает. Так, включаем маслопресс. Все, вот он заработал. Сейчас закладываем измельченные орехи. Да, закладываем измельченные орехи уже сюда. Что мне больше всего в нем нравится, то что он не шумит. Работает практически без шума. Закладываем орехи. Так, уберем, что мешало нам. Ну, процесс пошел уже, видите, масло закапало. Вот. Покажи, как капает масло по-хорошему, дай покажу. Вот там, вот сейчас смотрите, там будет видно. Так, сейчас покажем, процесс пошел отжима. Вот видите, как капает там быстро масло. Оно капает сначала на сеточку. Так, Андрюша, много там не сыпай, потому что орех плотный. И он не успевает давить. Он почти струйкой даже бежит. Маслица наша. Вот. Вот таким способом у нас получается растительное масло, вот такое. Это масло из грецкого ореха. Масло из грецкого ореха. Оно сейчас еще должно постоять, выпасть в осадок. Отстоится. И будет прозрачное, как в магазине. Вот. Так что, если кому надо, звоните, заказывайте масло. И будем мы... На мед похоже. Да, похоже на мед очень сильно. А вкусно? Да. Вкусная очень маслица. Вот так мы и делаем маслица. Также мы делаем масло из подсолнуха и всяких других можно делать. Вот. Андрюша тут смотрит. Да, руками туда нельзя ползать. Тебе не запрещено туда вообще подходить к этой машине. Вот надо так тихонечко ложечкой немножко добавить сюда. И хватит. Все, много нельзя добавлять. Много нельзя добавлять, но оно застрянет. Это не семечко. Это семечко он может много перерабатывать быстро. Вот так. Вот так вот. Вот так у нас выходят отжимки вот эти. Это вот такая вещь. Структура, она сухая. Она вот так ломается. Да, вот отходы, можно сказать. Ну и можно этого делать, да. Еще халву. Ну-ка. Масло где-то 1 200 000, 1 300 000. Вот с такой бодейки. Полная орехов была она у нас. Вот столько получилось отжима у нас. И вот столько у нас получилось осадка. С вами вот такую литровую емкость. Прогоним семечек. Отожмем. Насыпаем. Включаем. И процесс у нас пошел. Сыпется. Сейчас мы с вами отожмем еще семечку и получим еще подсолнечное масло. Как?
тобой подсолнечное масло. Да, не только грецкого ореха, но и подсолнечного масла. Это не мы сейчас получим. Вот у нас процесс пошел. Масло там уже должно закапать. Вон там масло уже, видите, капает. И вот уже жом ползет. Вот. Ну что, кончается? Ну, сыпется, видишь? Вот так идет у нас процесс отжима семечек. Тут выпадает жом вот такой сухой. Этот жом уже, конечно, так как он идет сухой, он пойдет уже на корм скоту. На корм скоту? Вот. Идет у нас вот такой процесс интересный. Да куда вы семечки? Что я одну возьму? Побыстрее, что я одну возьму? Да? Вот эту. Там уже масло у нас капает вовсю. Мама! Ну, так же и ползет жом. Давайте еще досыпаем. Внимание! Ну вот, у нас получилось вот 400 грамм масла. Оно сейчас на вид черное такое, темное. Оно должно отстояться и будет светленькая маслица, когда отстоится. И вот столько получилось жмыха с подсолнечного, который будет на корм скоту. Вот. Ну вот, как вы видите, масло грецкого ореха очень полезное для организма, также для лечения и прочее. Если вас это заинтересовало, можете обращаться к нам. Вся информация будет под видео в описании. Ну, масло, конечно, также можно приобрести и в магазине, в аптеке, либо на каких-то сайтах. Но где гарантия, что там будет качественное масло? Без добавления, без всяких добавок, нерафинированное. И из натурального продукта, и что без добавления растительных масел каких-то там и прочее. Вот сейчас я вам покажу образцы цен, где можно приобрести их в Яндекс.Маркете, какие цены есть на это масло. Так что если кому-то понадобится, то еще раз повторяю, обращайтесь. Все номера телефонов будут снизу под видео в описании. Наша цена масла 400 рублей за 100 грамм. Так что еще раз говорю, обращайтесь кому надо. Вот вы видите, масло 250 миллилитров стоит 1100. Ей можно купить, конечно, и за 300 рублей масло. Но опять повторяюсь, где гарантии, что там будет хорошее масло. Вот за 100 грамм 349 рублей.
Также за 250 грамм 1055 рублей. Ну, цены разные, конечно. Можно найти разное масло. Описание там все везде практически одинаковое. Все свое масло хвалят. Ну, еще раз говорю, гарантии в масле, что там будет вам 100% ореховое масло, никто не даст.